Всем привет! Приехали сегодня на речку Дон. Привет. Серега с нами. Будем пробовать что-то поймать. Уже несколько дней минусовая температура стоит, пруды уже половину замерзли. Вот приехали на речку. В прошлый раз здесь был, и холод показал на яме большой косяк рыбы. Сейчас будем пробовать поймать ее. Наверное, будем ловить на поплавочную удочку, да? Да, скорее всего, да. Купили мотыля, опарыша белого. А, червь еще навозный есть. Сейчас будем пробовать. Ну, с собой еще фидера есть. Прикормку тоже взял. Так что посмотрим. Ну ладно, тратить время не будем. Пошли вниз. Очень хочется половить, да. Пойдем. Давно не ловил, очень хочется. Давай выскажись тоже что-нибудь. Я давно не ловил, очень хочется это. Поймать рыбку хорошую. Да. Хорошую прям. Любую. Любую, какую-нибудь поклевочку бы увидеть в такое время-то. Пошли, все. Берем удочки и вниз. Пойдем. Идем на встречу рыбе. Погода неплохая. Бля, сегодня сколько? Плюс 3 точно есть, да? Съездили на пруд. Да, сначала съездили на пруд, где карасей на Питер ловил. Видео на канале есть. Приехали, а нам не разрешили ловить. Пруд, сказали, закрыт. Все, до следующего лета. И пришлось еще в другой конец 80 километров ехать. Вот приехали на речку. Сейчас сначала эхолот достану. Попробую, эхолотиком пробью. Если там же рыба стоит, будем пробовать. Поплавочек, вот все нормально. Грибочки растут, прикинь, опята. Опятки растут. Так, сначала сейчас включу эхолот, проверю, рыба там стоит еще на месте, нет. Так, закидываем. Перекинул. Ну, рыба уже есть. Сейчас. Не туда, не туда, не туда. Вот тут. А тут раньше рыба была. Глубина 4 метра. Температура неправильно показывает, еще не остыл. Так, вот в этом месте где-то рыба была, сейчас что-то нету. Ага, рыбка была. Пол воды стоял. 1,80 м. Не туда я закинул, сейчас попробую. Опа. Воды 1,70 м, а вот там стоит. И на глубине стоит 3,50, 3,40 рыба. Косяк, короче, в пол воды, ну дофига рыба. 2,50, 1,40 м, 3,40 м. В пол воды. Где 2-2,5 м глубина. Рыба есть. Вот. Сейчас попробую ближе подведу, посмотрю, может там что есть. Ну короче,
2,50. Ну, целый косяк, он, смотри, сколько рыбы. Все в рыбе. Охренеть. На 2 метра. Вот, сейчас поближе. Вот 2 метра глубина. Сейчас. Нет, тут нет. Сейчас вот тут попробую ближе. Она вот тут ближе. А, вот. Сейчас. 2,90. Какого размера рыбы не показывает? Средний. Ну, мелкий, скорее всего. Значок средний. Вот тут. Вот пол воды. 1,60 м. 2 метра. Надо пробовать, короче. Где-то 2,20 глубина поставить. Это в проводку получится ловить? Ну, она там, там течения вообще нет почти. Ну, леску будет сносить, да. Ну, типа в проводку. Тут что-то нету. Сейчас ближе приду. Да, ну что время тратить? Давай, ловить. Да. Пока отложим. Гудбай. О, дай песиков сниму. Вот ты какой, вот ты какой. Вот ты какой, во. Какие-то охотничьи, да? Смотри, смотри. Прыгает, прыгает. Ну, пожать вам вечер, блядь, как завтра вы придете. Так, начну с мотыля. Выставил глубину где-то 2 метра. Сейчас будем пробовать. Рыба стоит стаей. Пол воды. Чуть ниже. Думаю, наверное, плотва. Сейчас посмотрим. Начну с 5 мотыльков. Так, ну поехали. Первый заброс. Сейчас, Серый, подожди. Долетело. Докинул. На камеру, к сожалению, поклевка, если она будет, видно, ее не будет. Пока поклевок нету. Попробую глубину увеличить. Увеличил глубину. Где-то 3 метра поставил. Так, ну что скажем по сегодняшней рыбалке? Ну, скажем так, настроение у меня хорошее, несмотря на то, что рыбы не поймали, все равно подышали воздухом. Я побыл, за себя говорю, побыл на водоеме. Какая-никакая красивая природа очень. Несмотря на то, что, конечно, уже все листья давным-давно опали, но все равно покидал поплавок. Какое-то стремление, конечно, всегда было к рыбной ловле. Вот. Ну, в целом, настроение хорошее, несмотря на то, что, еще раз повторяю, рыбы сегодня мы так и не увидели. Но ничего, увидим в следующий раз. Так, ну что я скажу. На эхолоте видели, что рыб полно, рыба стоит в пол воды. Пробовал поймать и на поплавочную удочку, менял глубину различную, ставил и со дна, пол воды, и на поверхности, бесполезно. Потом достал фидерное удилище, поставил, просто грузило, без кормушки 100-граммовое. И также пробовал поймать что-то в тех местах, где эхолот показывал рыбу. Поклевок ни одной не было. Хотя хочу сказать, что на поплавочную удочку, так как заброс дальний,
Пару раз вытаскивал, мотыля не было, но поклевку я не видел. Закидывать приходилось далеко, может быть из-за этого и поклевку прозевал. Тут вот жерешка я поймал на одном из видео под деревом, под этим, прям с заброса. Даже подматывать еще не стал, хопа, поклевка. Вот так вот, ну все, будем ждать лед, первый лед. Поедем по-любому, на первом льду рыба будет. Ну а сейчас пока неизвестно, что рыба. Рыба стоит, не клюет, ни на что не реагирует. Ну так ничего, воздухом подышали нормально, для здоровья полезно. Солнышко даже проглядывает. Ветерок, ну плюсовая температура. Ладно, все. Всем пока, поедем домой. Всем привет. Серега, поздоровайся. Привет всем. Так, приехали сегодня на речку. Скоро зимний сезон. И обычно на рыбалках мы всегда зимой ставим еще жерлицы. Так вот, живца приходится покупать. Но решили в этом году позаботиться заранее об этом. Чтобы не покупать, ходить. Решили приехать вот, ловить пескарика, вон уже сколько за 10 минут натаскали. Вон, Серега опять тащит. Ну, покажи пескарик. Вот такой пескарик. Во. Один за одним, на мотыля, на червя, на навозного клюют. Сейчас подергаем, наловим еще чуток побольше, ну и думаю в подвал домой. Поставлю ведро побольше. Поставлю, буду. Пожалуйста, жить. Тут еще один пескарик отправляется. Оп. Пока половим пескариков. А потом посмотрим, может что-нибудь посерьезнее. Попробуем поймать. Ладно, будем ловить. Хороший пескарь. Мне нравится такой. Хороший пескарь. Клюет один за одним. Ну, веселая рыбалка получается, да? Да, приятно. Не то, что предыдущий день, когда вообще ни одной поклевки не увидели. А, уже клюет. Прозевал. Я перенервничал, потому что на камеру снимать, такая ответственность. Он еще рыбачки на той стороне ловит. Ну что-то не видел я, чтобы тот что-то поймал. Хочется сказать также, что это место, оно в принципе пользуется популярностью у рыбаков. Здесь довольно часто можно увидеть. В любое время года практически рыбаков. Вон на той стороне еще один клюет. Ну, клюет, клюет. Подсекает что-то. Сидит. Еще один. Вот пескарь. Такие пескарики. Да, часто ловится. Вот такие пескари. Какой у тебя крючок модный, синий. Синий, да. Офигенный. Гламур. Гламурный. Человек хороший дал. Человек хороший дал. Погодка сегодня, с утра минус 3 было, сейчас выезжали минус 1, вот так руки подмерзают, конечно. Ну штук 20 уже поймали, да? Да. Пискарь такой весь крупный, хороший, не то что по 10 рублей продают в магазинах, это вообще с мизинец. Да. Ну все, будем теперь зимой жерлиц ставить на щуку. Да. Вот кидаем недалеко. Далеко и не надо, он здесь прям берет. Поставил червяка на воздух, чтобы с мотылем не возиться. Ага, вот поклевки. Вот, чуть подальше кидать.
Чуток на метр вот дальше кидаешь. О, сразу клюет. Оп, есть. Да, вот такие пескари. На жерлице сам вообще огонь. И у меня вот дубль. Смотри, как она, о, у тебя крупный какой, да и у меня тоже не маленький. Хороший пескарь. О. Пескарь больше не вырастает, да? Нет, я зимой покрупнее, мне попадались. И прям гон с одного и того же места, да, клюет где-то. Да. Метр квадратный, вот он там стоит прям. Червяка уже не поправляю, так висит. Ставится его. Ну, сколько уже. Так, ну вот, наловили пескаря тут, не знаю. За полчаса, наверное, штук 50. Вон, вон их сколько. Решили переместиться на другое место. Сейчас попробуем здесь на донке половить. Как-то один год тут приезжал. Кидал где-то вот на середку. Попадались подустики неплохие на парыш, на донку без кормушки, без ничего. Ну, сейчас попробуем так же. Будем заканчивать рыбалку. Постояли тут, половили на донке, было три поклевочки, но что-то не удалось рыбу поймать, к сожалению. К сожалению. А вот опять клюет. Дистанция большая, не удается рыбу до берега довести. Рыбу мы в итоге нашли. Да, пескарей наловили, самое главное. Сейчас повезу их домой, в подвал. Надо перелить, переложить в большое ведро, чтобы они до зимы дожили нормально. И будем теперь с живцами ловить на жерлице. Это очень хорошее дело сегодня сделали, да? Полезное. Полезное дело. Сэкономили. Ну и так удовольствие нормальное, да. Таскать одно за одной. Так, ну все, будем собираться. Всем пока, до встречи.